сорт томата Язон. Вот такие вот красиво белоплодные томаты. По мере созревания появляется розовая верхушечка. Это позднеспелый, высокоурожайный, высокорослый сорт. Растение рослое, высотой может достигать от 1,5 до 1,80 м. Плоды от 100 грамм до 300 бывают. Отличного десертного вкуса, они сочные, сладкие и долго хранятся. У этого сорта очень длительный период плодоношения, до самой осени. Это один из самых лучших салатных сортов. В основном этот сорт салатного назначения, однако его можно использовать и при солениях, при консервированиях, тоже получаются очень вкусные томаты. Этот сорт можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Вкус лучше формировать в 2-3 стебля для получения более высокого урожая. Вот такой томат в разрезе, шестикамерный. Он очень мясистый, но в то же время очень сочный. Рекомендую всем попробовать такой сорт томата. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.